будет возможность настроиться какую-то твердую единую волю. То есть, скорее всего, что это будет политика компромисса, политика переговоров, и в этом плане Грузия станет намного более демократичной страной, нежели она сегодня является. На поле представители победившей коалиции уже прокомментировали заявление Михаила Саакашвили. По их мнению, я цитирую, у президента просто не оказалось ресурсов для продолжения борьбы. Кроме того, сторонники миллиардера Виктории Иванишвили уверены, что партия Саакашвили вскоре распадется. Врановские бабушки отдали голоса «Единую Россию».